79-79. Мы продолжаем поднимать колхоз Балдейкина. У нас уже, как видите, помните, уже чуть больше, еще на одно поле больше стало. Я за кадром попродавал все, что у нас производство нам сделало. Нам нужно потом трошки будет теплицы водичкой там подзаправить. Навоз там, не знаю, есть или нет. Он должен, помните, в той части посеяли бурячок. И мы должны еще посеять кукурузу, ребята, из сои носилось. И приобрести некоторую технику. Посмотрим, что я там... Ну, купим уже потом, ребята. Уже с вами я куплю, вам покажу. Ну все, ребята, приятных просмотров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комменты. Все, ребята. Если есть желание, помогите на развитие канала. Кошельки WebMoney есть в описании. Все, ребята, я погнал. Увидимся. Всем привет, ребята, у нас... Пасмурно утро, около 6 утра, ребята, вчера так поработал. У нас на счету 365 тысяч. Я за место джипа приехал, ребята, на Зилу до дому. Что ж, техника наша вся стоит на нашем бригаде. Сейчас у нас сегодня планы такие будут, ребята. Так, сейчас я отвезу машину, поставлю возле магазина. Ребята, у нас сегодня планы будут, будем... сеять, приобретем нужную технику, которую, ну, посмотрю, ну, сколько мы потянем, ребята, что нужно мы приобретем, и сырьем попробуем заправить наши продукции, ну, заводы, где продукцию делать, ребята, это нужно нам сначала водичкой все позаправлять, бы я бачу, водички у нас там мало, и еще, ребята, мы не проверяли наш рыбхоз. Нам нужно еще, ребята, сегодня съездить в рыбхоз и продать рыбку. Но я оставил это, ребята, на закусочку. Мы потом съездим в рыбхоз, продадим нашу рыбку чуть попозже, ребята. Но я в рыбхоз не ездил. Я продал пивзавод, продал с лапши завода, все теплицы выиграли, все, что было, ребята. Наши поля все. Кстати, я еще за кадром удобрил наш бурячок. Вроде стекла хорошо вышло, значит нормально, дело будет. У нас пасмурно, так, ребята, сейчас я поставлю. Сходим, посмотрим на нашу технику. Потом я, ребята, заскочу в магазин. Там мне пообещали, ребята, видите, что-то стало с людьми, какие-то как зомби ходят, ребята. Я не знаю, что это такое, это, наверное, к празднику Хэллоуин. Я некоторые моды новые докинул, и после этого так стало, ребята. Так, все, я вылазил, ребята. Что ж, хаджип стоит. Побежали мы, сходим на нашу, ребята, бригаду. Прикольно, как зомби, ребята. Так, тут у нас стоит комбайн, КамАЗ, тут все присочины, далее все стоят, культиваторы, вон плуги. А вот наши, ребята, трактора, как видите, у нас их немало. Сколько у нас единиц техники есть, ребята. У нас бригада не бедненькая, ребята. Как мы видим, у нас 3 Т-150, 1 Кировец, 3 МТЗ и 1 ЮМЗ, ребята. Есть чем поработать у нас. Раз, два, три, четыре, пять плугов, три культиватора, две сивалки, два ПТСа, сивалка кукурузная, бочка для навоза есть, бочка для воды, еще одна бочка, прицепчик есть. Все, ребята, у нас есть. Ну что ж, ребята, я иду в магазин, сейчас я посчитаю, что прикину и приобрету то, что нам самое необходимое. Ну что ж, я вот приобрел нам, ну, не сильно хотел брать дорогую технику, ну вот мы взяли... для уборки кукурузы носилось вот такой комбайн, конечно, металлолом, но на первое время, ребята, хватит. Если нормально будет, возьмем другой. Ну, его на время взяли. Так, вот прицепчики по перевозку силоса, ребята. Это вот прицепчик и вот этот прицепчик, ребята, этот уборка для свеклы. И вот я говорил, взял всевалки, ребята, взял всевалку одну хорошую. И вот такую у нас еще одна есть всевалка, это чтобы сеять, ребята, будем кукурузу сеять. На сой у нас сивалки есть. Так, видим, вот наш техник мы приобрели. Что ж, ребята, теперь я буду. И, наверное, я, ребята, возьму, наверное,
Сейчас подумаю, может быть, взять, ребята, заправщик семян. Сейчас я решу и подумаю, так, ребята. Ребята, все-таки я приобрел себе КамАЗ и еще один трактор МТЗ. Так он купил, ребята, поросятам. Вот я себе еще взял один трактор МТЗ, ребята, взял. Который, как помните, с Project серии, который у меня. Он мне нравится тем, что... Так. Сейчас, а ну-ка. Он должен же... А ну-ка. Опа. Вылазим, ребята. Так. Так само, ребята, и залазим трактор. Должны, по идее, залазить. Что-то он не хочет. А вот все, ребята, вот так. Ну, и залазим так само в трактор. Прикольно, да? Так, ребята, все, я тут гоню его. Так. Так, ребята. Наша техника трошки поразъезжалась. Если делать трактор, надо будет, не, ребята, будет, надо будет ехать. Корм свиням отвезти потом. Я отвезу сейчас, ребята, поставлю тут его. Так, ребята. Так, вот моя колонна тракторов. Мы видим, вон стоят ЮМЗ, МТЗ, ребята. Вот еще один МТЗ, МТЗ. И сейчас мы будем, ребята, трактора расставлять. Сейчас расставлю все трактора, ребята, я по полям, чтобы сеять. Тут мы будем сеять кукурузу и заправим их, ребята. Так, полез в трактор. Так, ребята. Ну все, ребята, я расставлю. Заправлю сеялки, поставлю сеять. Так, ребята, у нас все работается, все сеется, все как в сказке. Все трактора работают. Кукуруза. Тут соя сеется. Тоже, ребята, чувствую, мы быстро все посеем. Так, а я сейчас съезжу, ребята, за прицепчиком. Чтобы отвезти корм поросятам, ребята. Соберу прицепчик на теплицах и увидимся, когда везем корм. У нас вроде трактора сою посеяли, кукурузу уже тоже почти досевают. Чем преимущество больше севалок, больше тракторов, ребята, чтобы быстрые поля засевались. У нас сейчас там походу. Я Т-150 заправлял. Вот закончил кто-то. А кому-то мешает объект, ребята. Тут уже, бачите, соя начинает вылазить. Так, там кому-то, ребята, мешает объект. Сейчас мы посмотрим. Так, кому же там мешал объект? Так. Тут-то как-то странно повылазило. Ага, он просто, ребята, не в ту сторону поехал. Наш Т-150. Сейчас мы его уберем, ребята. Так. Так, поворачиваем, никуда ты поехал. Так. Так, вот это все. Посмотрим сейчас тут. Вот, кукуруза уже вылезла. Как-то кусочками, ребята. Оно вылазит. Ну, я думаю, все вылезет одновременно, ребята. Так, сейчас он туда и назад. И он посеет, ребята, кукурузу. Если ему хватит, конечно, семян. Может, мне, думаю, хватит. Так, ладно, ребята. Тут закончили все работу. Я, ребята, сейчас довезу корм все-таки нашим поросяткам. У нас тут все посеяно, все как полагает, так и надо. Так. И думаю, наши посевы выровняются. Почему так они странно повылазили, вроде время никто не мотал, никто ничего. Посмотрим, так, где наши хрюхрюшки хотят кушать, у них там, сейчас, ребята, посмотрим. Так, у наших поросяток. О-о-о, у них почти нету, что есть, ребята. Почти нету. Так, на МБ закончил работу.
Сейчас мы высыпим, почистим и посмотрим. Сейчас я поставлю высыпаться, ребята. И посмотрим, кто там закончил работу. Росяточки. Вот вам есть, я привез. Ох ты, блин, не вписался. Погрузчик неправильно поставил, блин. Сейчас мы уберем погрузчик, блин. Так. Так. Все, высыпаем. Сейчас посмотрим, куда он закончил работу-то. Он доделывает. Так. Т-150 работает. Юмазик. Так, этот, ребята. Наш. Так, сейчас мы его развернем. Он тут еще, походу, не досеял. Сейчас он туда назад, ребята, и закончит. А. Тут, ребята, походу, посеяно. Тут посеяно, ребята, посеяно. Так, посеяно. Так. Так. Тут тоже. Там закончили посевы, ребята. Сейчас мы сюда поставим. С этого края. Или с этого. С этого края поставим. Так. Опа, опа, опа. Так, ребята, наши работнички уже подосевали. Так, потом я все подгоняю. Так, ребята, сейчас мы поедем, поставим трактор, покуда он нам не понадобится, ребята. Хай стоит здесь. Так, тут закончено. Так, ребята, сейчас я посмотрю. Так, наш Т-150. Может, кропаль остался. Сейчас надо наш МТЗ этот развернуть в другую сторону, ребята. Я это поле потом, ребята, выровняю. Я его сделаю нормальным, чтобы они были такие квадратные. Мы, ребята, его трошки выровняем чуть-чуть. Так, не туда поехал, братан. Сейчас. Так, давай до сего всей давай. Сейчас, ребята, посмотрим, если он будет погано сеять, то придется мне этот кусочек самому, ребята, досеять. Тогда я досею. Так, а что я запарился? Так, где наш этот, что быстрее был процесс пошел? Так. Поехали. Процесс быстрейший. Да и сейчас мы, ребята, у нас три севалки. Сейчас мы его поставим с этой стороны. Хай он. Так. А не, он, ребята, разворачивается. Так. Сейчас мы его, ребята, досеем. Тут я сам потихонечку. Так. О-о-о. Теряется, ребята. Наш тракторист не знает, куда ехать. Так, ребята. Давай. Коляска-севалка. Что-то он с ней застрял, блин. Так. Что-то там тут трактор заблукал, ребята. Не знаю, куда, где, как, куда стать. Или, может, сейчас станет. Так, ребята. Так. Давай. Сейчас мы тебя досеем. Ага, понятно. Он, ребята, встал на другую сторону. Походу.
Да, но все, ребята, не туда, куда нужно, поехал пахать, сеять вот этот пляский трактор. Он как раз, он, ребята, и у него закончилось, слава богу, этого дебила, блин, который неправильно поехал, закончилось у него семена, ребята. Запутался наш работничек, дебил настоящий, блин. Сколько техники. Так. Так. Так, ребята. Сейчас мы оттуда начнем. Потому что там я не поза. Так. У нас семена есть. Поехали. Вот и 150 как хорошо валит. Я, наверное, ребята, потом эти севалки, вот эти желтенькие, маленькие продам. А возьму еще, наверное, одну севалку. Такой, как на Т-150, ребята. Чтобы не заморачиваться с этими маленькими севалочками. Так. Сейчас будем ехать по-другому, ребят. Так. Опускаем. Поехали. Так, сейчас Т-150 должен, ребята, добить. И все, и мы досеем это поле. Кривое, блин. Так. Так, ребята. Видите, он скачет, пропускает, блин. Кривое поле, ребята. Так. Так, вон Т-150 там что-то разворачивается. Сейчас он добьет, ребята, наше поле. Тут нужно будет досеять. Чуть-чуть все здесь. Т-150 кропаль оставил, мы досеем. Так. Все, ребята, будет наше поле кукурузки досеяно. Вот. Алёша, блин, пошел сеять обратно. Все, закончил, ребята, он сеять. Так, где этот? Так, все, закончил. Наш Андрюха досевать. Так. Так. Так, ребята, погрешности трошки есть. Так, посмотрим в эту сторону. Досеяли мы. Так. Сейчас мы тут досеем, ребята. Сейчас я досею, подгоняю всю технику, потом, ребята, встретимся, когда я буду на КамАЗе воду набирать. Ребята, я увидел, точно у нас вот созрел наш, ребята, бурячок. Наша свекла созрела, ребята. Капец. Ура! Мы, ребята, сейчас поменяем наш план. Мы водичку возить не будем, ребята, а уберем свеклу, наверное, ребята. И отвезем ее на завод по производству корма, ребята. Сколько там забьем, не знаем. А остаток мы продадим, ребята, на овощебазу. Ура! Сейчас, ребята, я доотгоняю всю технику. Пригоню сюда два трактора. Один с убиралкой, другой с этим, которые нужны, ребята. И мы
уберем эту свеклу, ребята. Все, ребята, увидимся, когда мы будем брать свеклу уже, ребят. Водичку уже мы в следующей части будем возить. А в этой части мы, ребята, убираем поле свеклу. Ну, так получилось, ребята. Планы поменялись. Все, я погнал. Вот мы подъехали, сейчас мы выгружаем свеклу нашу. Грузится сейчас прицепчик наш, ребята. Вот Т-150. Тут, конечно, он накосил, черт знает по какому. Ну, ничего, все, ребята. Пошел он дальше убирать. Сейчас я поставлю тут его, ребята. Наш Т-150 с этим. Хай дальше косит. Так, ребята. Все, ребята. Он пошел дальше косить. А мы, ребята, поедем дальше технику перегонять. Все, увидимся, ребята, чуть-чуть попозже. У нас вышла маленькая проблема с нашим этим бляха-муха. Ребята. С нашим тем уборщиком свеклы, блин. Вот я... Мне товарищ один дал на время. Вот этот, сказал, на тебе, чтобы убрать твою свеклу, дал нам вот этот комбайн, ребята. Такой здоровый, мощный комбайн. Вот видите, какой, ребята, Холнер. Сейчас мы, ребята, поставим его. И, наверное, КамАЗом будем возить, наверное. Сейчас я попробую его, ребята. Сейчас мы его, вон, Театр 350, трошки еще было, загрузили. Видите, как он тут боков понаделал. Так, разложим сейчас. Так. Так, ребята. Все, пошел. Так, сейчас мы, ребята, начнем потихонечку свеклу убирать. Колна говорит, поработай. Я думаю, вот хороший человек был. Ребята, теми прицепными не то. Вот это мощь. Мощь, ребята, мощь. Очень хорошая мощь, ребята. Сейчас трошки я, а потом посадим, ребята, работника или работницу. Так, ребята. Так. Так. Вот она, ребята. Поехали. Сколько мы подавили еще. Так. Хороший у нас фекола уборочный комбайн, ребята, все частицы работают. Вон земля, все как полагается, ребята. Так. Так, он колеса, как у него хорошо разворачивается. Сейчас мы ставим, ребята, работницу поставили, ребята, все, она пошла убирать. Так, я, ребята, отвезу этот наш бурячок, ребята, что мы накосили, отвезем мы его на завод по производству корма для свиней, ребята. Сейчас посмотрим, что туда еще нужно будет, потом посмотрим, когда будет уже свой корм, ребята. Маленькая она загрузочка вышла. Не все моды, ребята, качественные. Вот. Не все моды, блин, такие как надо, блин. Вроде мир как мод, но не со всеми тракторами дружит, не высыпает, ну же там. Ну, короче, он вроде бы ничего, но кто-то мне не понравился, ребята, этот такой мод. Ну, комбайн мы взяли у товарища, арендовали, конечно. Не за бесплатно. Ничего, поле уберем, ребята, наверное. И этот, ну что, ребята, сейчас доедем, высыпем, потом трактор отгоним, а туда уже КамАЗ подгоним, ребята. Он уже 40. У него уже сколько, ребята, свеклы уже? 23%, ребята.
Холмар Terra Dots 1430. Это, ребята. Так. Сейчас мы выгрузим наш прицепчик. А эти все и ходят так перепуганные, ребята. Так. Почти 6 тонн мы прям. Бурячка. Так. Сейчас мы стеклу эту высыпем. Так, вот, ребята, производство. Так, вот сюда нужно, ребята, вот корнеплоды. Опа. Так, ну-ка вот так. Вот это мы не высыпаем. Не так, что-то мы, наверное, подъехали, блин. Что-то он не хочет высыпать. Так. Опа. Все, ребята. Пошел. Все, бурячок мы высыпали, ребята. Поехал я. Отгоню этот трактор, ребята. Дальше будем гонять трактора, перегонять наш. Полный. Сейчас мы поедем, ребята, выгружаться. Так. Пошла, ребята, свекла к нам. Так. Опа, свекла пошла. Так, и то, ребята, мы только половину разгрузили. Половину, ребята, только разгрузили мы комбайна. Хорошо сыпануло, ребята. Считаю, что 22 тонны и 6, уже 28 тонн мы вывезли, ребята. Ну что ж, поехал я, ребята, сейчас выгружу обратно. Свеклу туда же, ребята, поехали. На наш заводик. Если нет, то пойдем, можем продать. Если будет полный, то продадим. Он есть у нас, ребята, овощебаза. Так, поперли, ребята, мы туда же сейчас. Как раз мы приедем, и он, ребята, уже по ходу доубирает свеклу, наверное. Так. 22 тонны. Это только половина комбайна. 41 тонна, вроде бы, чуть 40 тонн. Ребята. Так. Так. И главное, правильно подъехать. Так. Опа. Опять. Вот ты. Опять. Вот мне не нравится туда. Чем не высыпается? Опять мы неправильно подъехали, наверное, ребята. Или тут мы уже
Ух ты, блин, мулемет уже опять. Тут надо правильно подъехать, ребята. Слишком близко не канает. И слишком, блин. Опа. Тут надо поймать этот. Тигр этот гребаный. О-о. Все, ребята. Процесс пошел. Так. О, пошла судьба. Теперь надо знать, ребята, где. Как, куда урать. Блин, неизвестно, где его высыпать, блин, ребята. Так, есть. Поехали. Обратно до комбайна, ребята. А потом сюда. Привезем обратно, ребята. Погнала до комбайна. Мы разгрузили опять комбайн. Поехали. Еще одну ходочку отвезем, ребята. О, КамАЗ у нас пыльный. Присел добрый. Еще 22 тонны, туда, ребята, отвезем. Так. Подперли мы. Так. Как помню, ребята, у нас еще есть рыбхоз, там рыбка должна у нас быть. Но это мы в следующей части уже, ребята, рыбку нашу. У нас уже 7 час вечера, ребята. У нас получается. Так. Наверное, ребята, уже 7 час вечера. Ну что ж, ребята, наверное, я доубираю эту свеклу, ребята. Перегоню технику. И на этом видео, ребята, будет мое закончено. Это будет за кадром. Всем, ребята, приятного просмотра. В следующей части мы все-таки навестим наш рыбхоз, ребята. Наверное, будем, может быть, удобрять наши поля. Ребята, настроим производство, водичку добавим. Так, ребята. Опять не попали. О, попали, ребята. Так, свекла высыпается. Блин. Так, есть, ребята. Ну что ж, ребята. Всем до следующих встреч. Так. Блин, как мне задрал этот. Так, ребята, сейчас я попаду, блин. Это, блин, еще камера, блин. Все, ребята, все, всем пока. Увидимся уже в следующей части. Начнем мы, ребята, как обычно, утром. Все, что нужно, я поделаю за кадром, ребята. Ну все, нас тоже будет завтра ждать насыщенный день. Всем приятного просмотра. С вами был Тоха 1979, ребята. До следующих встреч на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комменты. Всем пока.